Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. В сегодняшнем видео я хотела передать привет своей подписчице Соне Самойловой и показать, как подрастает наш малыш Мегалобулимус облонгус. 23 февраля малышу исполнится 1 месяц. Малыш стал уже активный, замечательно кушает салатик. Имеет очень красивый прирост. Чудесным образом закапывается в грунт. Ведет себя как взрослый, одним словом. Это уже не та крошечная козявочка, которая еще недавно вылупилась из яйца, которой нет еще и месяца. У малыша уже хорошо виден веер, который присущи данному виду улиточки. Вот сейчас будет видно. На страничке нашего питомника в Инстаграм я уже показывала этого малыша, когда ему исполнилось 10 дней. Сейчас этой детке побольше уже по возрасту. И он начинает превращаться в настоящего красавца Мегалобулимуса облонгуса. Кому интересно и дальше продолжать вместе с нами смотреть за ростом и развитием малыша Мегалобулимуса, приглашаем подписаться на наш канал в Ютубе и в Инстаграм. Ссылочки на страничку в Инстаграм и в группу ВКонтакте и других соцсетях оставлю в описании под данным видео. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!